Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что предсмертное видео актера Вячеслава Гришечкина заставило россиян рыдать. Не всем удается справиться с такими сложностями. Актеры – это, в принципе, люди с очень подвижной психикой. И когда они снимаются, когда сериал «Солдаты», вы знаете, шел, «Востребованность», да и другие проекты, много рядом друзей, много актеров, и когда остаешься невостребованным, люди это переживают очень тяжело, вплоть до психушки, алкоголизма, алкогольного курения вредит здоровью и всего остального. Если на фоне этого случается еще и личная трагедия, то ну, не каждому под силу, скажем так, справиться с этими сложностями жизни. Вячеслава Гришечкина, вы знаете, похоронили, но вот появилось это видео, на самом деле говорят, что оно вроде как и не предсмертное, вроде как оно снято год назад, когда он расстался со своей девушкой. Вы знаете, мне кажется, по сути это и не важно, год ему или предсмертное оно. А важно то, что, в общем-то, человек ушел, потому что не было, как мне кажется, поддержки. Не было рядом того близкого человека, который бы понял, который бы просто был рядом. Давайте посмотрим. Жалко то, что мы расстались. Но я уверен, что у тебя появилась новая, какая-то бурная, правильная, хорошая жизнь. Люби этого человека. Люби не так, как меня, а люби больше, сильнее, ярче. То колье, которое я подарил тебе, оно принесет тебе счастье. Носи его с удовольствием на любые праздники, на любые ваши с ним встречи. А мне очень печально, но как бы то ни было, я буду жить, я буду продолжать, и я буду помнить тебя всегда. И ты будешь... Ну вот, друзья, вы сами все слышали. Градский Великий пел, чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Вы знаете, каждый из нас может попасть в такую ситуацию в жизни, когда все, что мы говорим сейчас со стороны, будет бессмысленным и не будет в жизни никакого смысла. И слова со стороны не будут иметь никакого значения. Но нужно стараться, нужно понимать. Самое главное, опора должна быть только лично в тебе. В жизни. Потому что если опора в близком человеке, жена, девушка, муж, человека не стало, это жизнь, можно потерять себя. Поэтому нужно стараться, чтобы опора была в тебе саму. И это поможет в такие вот критические моменты жизни. По крайней мере, это смягчит. Он не смог. Это не значит, что он слабый человек. Нет. Он просто не смог. Очень жаль, замечательный был актер. И еще раз говорю, на этом примере просто, знаете, очень много людей сталкиваются с жизненными трудностями, и они уходят из жизни, потому что они не смогли справиться. Они не смогли смириться с потерей близкого. Они не смогли смириться с разводом. Они не смогли смириться с потерей ребенка. Это самые страшные такие вещи. Да? Нужно быть сильными. Больше сказать нечего. Потому что по-другому просто нельзя. Друзья, пишите ваши мнение. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости в формате 24/7. Внизу ссылочка на мои социальные сети
ВКонтакте «Одноклассники» и «Запрещенная грамма». Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.